Ռուսաստանն ամբողջ խորքով հարված է հասցնում Ուկրաինայի ռազմավարական օբյեկտներին՝ օդանավակայաններ, կապ կետեր, հոբի միջոցներ, պահեստներ եւ այլն։ Կարելի է ասել, որ առաջին հարվածը ռուսական կողմը կատարեց շլացուցիչ։ Ռուսամետ ուժերը ոգևորված են, ամեն ինչ կարծես այնպես է, ինչպես պլանավորված էր, բայց այստեղ կարծում եմ մի կարևոր բայց կա. Կամ ամեն ինչ լավ կլինի, կամ էլ արևմուտքը ռուսներին կներքաշի հարատև մարտերի մեջ։ Առայժմ այս պահին ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես ռուսներն են ուզում։ Հենց այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև պատերազմի առաջին պահերին միշտ էլ այդպես է լինում։ Իմ պատկերացմամբ Ուկրաինայի կեսը գոնե ձախափնյա Դնեպրը կգրավի։ Թե ինչ կլինի հետո դժվար է կանխատեսել։ Անգամ ռուս ստրատեգները ոչինչ չեն կարող կանխատեսել։ Գրառումը կատարել էր Մհեր Հակոբյանը իր Facebook-յան էջում։ Великобритания вводит самый большой и жесткий пакет санкций против России. Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину. Об этом он заявил в обращении к Палате общин, сообщает Sky News. Джонсон заявил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине. Британский премьер объявил, что его страна предпримет такие 10 мер: заморозка активов всех крупных российских банков, немедленная заморозка активов ВТБ, активы которого составляют 154 миллиарда фунтов стерлингов. На следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании. Ведет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех, крупнейшая оборонная компания России. Ограничит возможность приземляться в Великобритании некоторых самолетов. По словам Бориса Джонсона, российской авиакомпании Аэрофлот будет запрещена работа в Великобритании. Немедленно приостановят использование экспортных лицензий в Россию, например, на электрические компоненты или детали военных грузовиков. В считанные дни примет закон, запрещающий экспорт широкого спектра высоких технологий в Россию. Ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании. Будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWIFT, распространит этот полный комплекс мер на Беларусь. Разработает законопроект об экономических преступлениях, который примет меры против россиян, сберегающих средства в Великобритании. Джонсон назвал предлог для вторжения, названный президентом России Владимиром Путиным, демилитаризацию и денацификацию Украины, абсурдным. Фактически он обрушивает всю мощь своей военной машины на свободного и мирного соседа в нарушение своего собственного неявного обещания и всех принципов цивилизованного поведения между государствами. Он никогда не сможет смыть кровь Украины со своих рук. Я прихожу к выводу, что Путин всегда был полон решимости атаковать своего соседа, что бы мы ни делали, говорит Джон.